Rosso Sharp. È il suo? Si è inserito lei. Eccomi qui. Le confermo che non sono pronti ancora. No. Questo come si chiama? Cappellino, quanto costa? Questo viene 3,50. Allora, questo c'è sul sharp anche 100% lana. Allora, questi sono abbinati a questo tipo di sciarpe qui. Non c'è sul sharp. Altrimenti possiamo cercare se c'è qualcosa di bianco. 300, sì. 350. Quale c'è con sharp o qualcosa? Allora, vediamo. Allora, di invernale. D'invernale, certo. Sì. Beh, ci sono... Con capellino insieme, perché a me piace così, con capellino come su di me. Uguale, così. Sì. Abbinato. Perché allora. Perché se i completi ci ha passato noi sbagliato, perché dopo noi ovviamente vediamo quello che ci passano loro, perché allora è possibile che ci sia anche il nome della signora che me l'ha dato prima. Comunque posso prendere il nome di Danina, oppure perché io controllo il nome 300 di Danina. Euro, вот эта вот шапочка белая стоит. Мне так нужна белая шапочка, чтобы носить с темными вещами, так как я темная. Я как раз в шапочке и в шарке, в шарфике от Louis Vuitton. Нанченьенто. Però da abbinare non è questa, altrimenti potremmo provare ad ordinare qualcosa. Quella con kepi, c'era kepi qua. Un cappello. Cappello. Che cosa? Lana? No, questo è un tessuto. Ah, solo per autunno. Sì, sì. Quanto costa questo? Questo ha un valore di... Io l'ho messo sui 500. 500? Adesso glielo dico. Tu sei ragazza nuova, mai visto? Sì. Смотрите, какой. Здесь кожаная, здесь вот этот вот материал такой, который сейчас модно. Называется. Se vuole dare un'occhiata anche alla collezione di gioielleria. Di solito non l'abbiamo, ma adesso per le feste di Natale abbiamo deciso di prendere. Di tenere qualche articolo. Tutto oro bianco, giallo o rosa. La pietra nera lì è onice, i brillantini sono diamanti e lì c'è la madreperla. Ho visto a Venezia, mi dimostrate. Sì. 6,50. Ah, 650, mi figa subito. Grazie. Allora... Voglio provare quella di stivaletti con questa là in vitrina, adesso che c'è moda. Sì. Vado giù, sì? Sì, prego. Ah, вот они, эти кепи, здесь. Смотрите, какие лестницы красивые, с пластика. Я такая сонная, целую ночь смотрела. Целую ночь смотрела телефильм, теленовелла. Так, хочу померить, где же эти сапожки-то. А вон те вон наверху, который на самом верху. Вот это что такое? Не, это с каблуками ужасные просто. Вот эти вот. Ой, какие ужасные, как трактор. А по-моему вот эти, да? Так, сколько они стоят? 37 размер. Которые были на витрине. Но вот такие я не смогла бы носить, вот такие, девчонки.
Вот хоть убейте меня, такие бы я не смогла носить тракторы. Вот белые кроссовки. Вот эти вот кроссовки, как на мне, это тоже Louis Vuitton. Кроссовки очень хорошо носятся. Это не кожа. Внутри кожа, снаружи не кожа. Вот они долго носятся. Вот такая вот у меня была сумка Colore Camello, которую мне разбили машину. Воры стекло и унесли новую сумку. Время на паркетже, на паркинге. Вот все цвета красивые, женственные, весенние. Вот которые слева, вот эти вот сумки красивые. Вот эти вот молодежные больше. Вот это вот моя сумка любимая. Бонтон. Сделана под Келли Эрмес. Это вот лакированные сумки. Лакированные я не люблю. Вот это вот самая у них считается сумкой. Каждый год выпускают. Тоже бонтон. Вот с красным красиво смотрится сумка. Как вам нравятся такие сумки? Шарфики. Представляете, кепи 650 евро. Мне кепи не идут, у меня я лопоухая, у меня большие уши. Вот такой вот на дискотеку хорошо носить или в ресторанчик. Вот интересно, сколько они стоят сейчас. Мои, по-моему, где-то 670 стоили. Полтора года назад купила. По-моему, коллекция называлась Бора Бора. Мужское я не буду смотреть. Нету времени. Едет хирург после работы. Вот эти вот белые. Видите, вот эти, наверное, как мои. Но чуть-чуть каблук выше. Но почему они сразу цену не ставят, чтобы... Сейчас вот время обеда. Вот эти вот джинсовые. Время обеда и... Ой, какие тяжелые девчонки. Эти уже несколько лет выпускают. Еще в Венеции они были. Вон голубая сумка. И вот они такие же, но коричневого цвета. И вы знаете, у них сейчас время обеда. Время обеда. Вот эти вот вообще какие-то странные, как тракторы. Хотя одна моя подписчица сказала, что когда один раз купишь, в них так удобно ходить, что потом не хочется их снимать. Я люблю кеды еще. Это уже летняя коллекция, да, девчонки? С пластики. Вот здесь вот. Вот это цвета хаки. Тоже кеды. Это можно и зимой носить. Но цен нету. А это вот кожаные, белые. Это как мои. Могу сказать, что качество хорошее вот эти вот. Волосы распушились. Такой мокрый снег идет. Волосы вчера причесала, а сегодня все от ветра распушилось. Я вся такая сегодня в этом тоне. В джинсах Gucci, в Louis Vuitton кроссовках. Мой сегодняшний лук. Пальто Max Mara. Сумка Валентина, шапка и шарф из 100% шерсти Louis Vuitton. Все подходит друг другу. И внизу свитер кашемировый Bottega Veneta, розово-серый. Ихние парфюмы.
Я всегда говорю ихние, хотя я знаю, что надо говорить их. Не критикуйте меня за мой русский язык. Всем привет большой!